Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 4. Итак, ремонт легкий. Заднюю дверь ремонтирую, переднюю дверь менять буду, переднее крыло и капот тоже буду ровнять. Порог также придется подровнять. Разбираю правую сторону. Машина разобрана, и ремонт начну с порога. Тянуть мне придется практически весь. При ремонте порога буду использовать спутер. С порогом я закончил, теперь установлю двери и продолжу ремонт. Теперь отровняю крыло. Работу с крылом я закончил, перехожу к ремонту капота. Капот буду ровнять при помощи спотера.
Капотом закончил, приступаю к ремонту задней двери. Тоже использую споттер. На этом работа с металлом закончена. Теперь установлю все детали педеля. Устанавливаю фары, бампер и проверяю зазоры. На этом моя работа закончена. Зазоры все в порядке. Отдаю машину хозяину. На эту работу ушло 12 часов. А на этом у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!